зима 2020 дизайнеры GNK представили вот такую вот эффектную модель пальто для девочки. Артикул ZS819. Данная модель выполнена из курточной ткани с жемчужным блеском. Только посмотрите, как эта ткань переливается в лучах света. Вот такой вот она эффект интересный создает. Декорирована спереди данная модель фигурной стежкой в виде ромбов. Сзади у нас эта стежка дублируется. На рукавах у нас горизонтальные переборки, на капюшоне у нас такие же переборки. И такие же у нас переборки на юбке изделия, но здесь у нас они немножко собраны. Это создает эффект платья. У нас данная модель А-образного силуэта, но что тоже подразумевает под собой эффект платья. Данная модель у нас застегивается на центральную застежку молнию, она очень легко расстегивается, то есть ребенок легко с ней справится. Здесь у нас есть внутренняя ветрозащитная планка, которая защищает от ветра ребенка, стойка-воротник, застегивается на потайные кнопки и тоже защищает ребенка от холода. Также есть у нас такие потайные карманы, внутри у нас подклада флис, чтобы ребенку было тепло и комфортно засовывать в карманы ручки. Спереди мы видим декор в виде такого интересного насекомого. Также у нас по бокам рукавов есть вот такой декоративный кант, который еще у нас светоотражающий. И на рукавах у нас есть трикотажные напульсники, которые также защищают ребенка от ветра и попадания снега. Капюшон здесь. И у нас такая конструкция, которая отлично садится на голову ребенка. Если капюшон будет немножко большой или там будет задувать ветер, то можно его отрегулировать благодаря тому, что здесь есть кулиса на резинке со стопорами. Мех у нас натуральный, мех енота, такой богатый, пышный. И этот мех, он отстегивается, ну, чтобы можно было его легко постирать курточку. Внутри изделия у нас подклада, сверху флис, что создает идеальный микроклимат внутри изделия, и ребенку будет тепло. Внизу подклада из полиэстера, также у нас на рукавах подклада из полиэстера, чтобы ребенок мог легко одевать и снимать изделия. По талии у нас есть кулиса, которая также регулируется резинкой со стопорами, и вы можете отрегулировать изделия по полноте ребенка. Наполнитель данного изделия синтетический лебяжий пух. Он согреет даже в самую суровую зиму, даже при больших минусах, и создает также внутри изделия идеальный микроклимат для ребенка. Такая вот модель.